Привет всем русофобам и любителям фейков. Меня зовут Алексей Халецкий, если вдруг кто забыл. И мне тут пришла посылочка. Вот, покажу эти марочки. Как видите, из Киева посылочка. Сейчас мы ее будем распаковывать аккуратненько, чтобы ничего не порезать. Что же там такое? Что мне могли прислать? Хотя я думаю, что по названию видео уже все поняли. О, только хотел сказать, почему на марке нету большой российский корабль, иди нахер. Во-первых, вот. Да, это сейчас, конечно, от Укрпошты марочки. Российский военный корабль, иди. Вот, это круто, конечно. Но не это мне присылали. Это как дополнительное. Ребята. Так, правильно держу? Не вверх, правильно. С автографами. Значит, я расскажу, что это. Это украинский флаг с шевроном группы S или C. Наверное, S. Группа набрана из абсолютно разных людей, объединенных одной целью – защиты своей страны. Это была тероборона. То есть в начале войны, когда начиналась вся война, они собрались в тероборону. Службу несли на блокпостах в Киеве, потом участвовали в зачистках области. С первых дней записались в тероборону. Сейчас их уже разбросало по разным ротам и должностям. Неделю назад, ну, неделю до отправления этого флага, была встреча, где отправитель подписывал флаг для людей, которые значат для него и помогают воевать дальше. И вот дальше он пишет: «Спасибо за то, что ты делаешь, за твою позицию и поддержку. Младший сержант, боевой медик, зенитно-ракетно-артиллерийского взвода поддержки Войченко Максим». Вот. Это подписи тех, кто в этом группе S, я не знаю, что это, батальон, что это. Так, вот у нас, видите, у меня есть место, куда его повесить, видимо, тут он будет. Но пока не прямо сейчас я это буду делать, наверное, все-таки он поширше, посмотрим. Но теперь он точно будет висеть вот рядом, не с этой стороны, с другой. Он где-то здесь будет висеть, рядом с флагом Беларуси тоже. Спасибо Максиму, спасибо всем украинцам, которые борются сегодня за здравый смысл, за свою свободу, за нашу, вообще за свободу, в принципе. Спасибо за такой подарок.